Как они показали, простые категории изучать трудно. Вот мы уже можем с вами подвести итог и сказать, что мы изучили две категории и знаем, как они называются. А третью уже начали вот тоже понимать, но и не знаем, как она называется. Значит, первая категория – это чистое бытие. Чистое бытие, если его рассматривать, оно переходит в чистое ничто. Ничто есть, значит, оно переходит в бытие. А бытие-то уже перешло в ничто. И поэтому это движение остановиться не может. И мы получили с вами первую диалектическую категорию. Первую. Движение исчезновения, бытия в ничто, ничто без... Тут противоречие налицо, правда? Налицо просто. Но мы сейчас в положении родителей, у которых ребенок уже есть, а его еще никак не назвали. И спорят. Или так назвать, или так назвать. Бывает так, что сначала называть, потом рождается человек. Очень редко. Обычно сначала рождается, а потом бывает, что 2 месяца никак не могут назвать. Конфликтуют. Бывает? Ну как мы назовем вот это движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытии? Вот, пожалуйста, конкурс. Конкурс, да. Как назвать движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии? Рекурсия. А? Рекурсия. Как? Рекурсия. Ух, как сложно, да. Ну хорошо, рекурсия. Ужас. Страшно запугиваете вы нас. Еще какие есть предложения? Сейчас я вам как бы посторонний вопрос задам. Вот вы историк или не историк? Я учусь на него. То есть вы не историк? Пока нет. Туда. Ну тут историки сидят. Чего вы сюда пришли? Неправильный ваш ответ, нехороший. Подумайте еще раз. А? Что значит допустим? Мы не допустим тех, которые не знают, что они историки. Как попались? Товарищи, у нас шпионы. Вот как правильно сказать? Вот так сказать, чтобы было понятно, что вы историк, и в то же время выразить то, что вы с самого начала вот совершенно правильно тоже сказали, что я учусь на историка. А что, нельзя быть историком и учиться на историка? Нельзя? А что, вы когда закончите и получите диплом, не будете учиться уже? Вот англичане говорят, I'm a student. Что это означает? Буквальный перевод на русский, что я студент. А не буквальный означает, что я учусь. Вот как вы думаете, я учусь или нет? Я скажу, зачем я буду учиться, я уже профессор. Но если я не буду учиться, то есть если я не буду делать то, что я не умею, не буду выходить из своей границы, мне и зарплату не будут платить. Потому что ученым за что платят зарплату? За новое. За новое. А если я просто повторяю старое, то за что мне зарплату платить? Значит, вот через некоторое время вы узнаете, как правильно будет сказать. Значит, сначала надо выяснить, как назвать движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. О! Как? Существование? Том 2. Учение о сущности. Наука логики. Там вы найдете существование. Существование – это бытие, опосредованное условиями и основанием. Очень сложно. Здесь нам далеко дает. Надо целый том прочитать, наука логики. Первый том учения о бытии. Доберетесь только тогда. Рефлексия, а потом будет тождество, различие и основание. И основанное, и безразличная основа. Не прошло. Какие еще предложения есть? Вы заметили, что когда вот мы так немножко подумаем, поспорим, потом, когда я сформулирую, это не потому, что я сформулировал, потому что есть такие категории, они известны.
И сейчас я вам назову известную категорию снова, и вы сразу согласитесь. Вот эта категория называется так – становление. А вы как понимали становление? Можно вас проинформировать, что вы историк в становлении. И вы совершенно спокойно на вопрос, историк ли вы, можете отвечать «да». А если я буду требовать более подробно изложить, а что вы за историк? Да я историк в становлении, то есть студентка первого курса. Какая разница? Мы сейчас историки здесь. У меня тоже, между прочим, есть диплом историка. У нас там в Институте по переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук, где я работал, там у нас была возможность еще, когда у нас не было нагрузки, учиться, переподготавливаться. Вот я и получил еще диплом историка, диплом политолога. Но потом я уже решил остановиться, потому что подумаю, что сумасшедший. То есть надо знать меру во всем. Я и так математик, экономист, профессор по кафедре экономики и права. Но диплом историка есть, а раз мы знаем только одну науку, науку историю, я сразу остановился на этом. Все. А то как-то без историка, как неприлично себя чувствовал. Неуютно. Итак, становление. Становление. Так называется движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Вот обратите внимание на выведение. Сначала мы вывели эту категорию, она родилась, потом назвали. А не так, как в математике. В математике теорема, а потом начинаем доказывать. Наоборот там. А тут вот так в жизни, так сначала вырастает, а потом уже называет что-нибудь. Сначала появилось государство, потом появились историки, которые историю этого государства изучают, а не наоборот. Сначала был такой царь, а потом изучается вопрос о династии такого царя. Или не так? Так. Так вот, становление. Что нам теперь делать с вами? Вроде уже хорошо, уже три категории знаем. А эта категория истинно диалектическая, потому что в ней есть противоречие. В ней два противоположных движения. Бытие переходит в ничто, и ничто переходит в бытие. И то есть там, и другое есть. И они противоположны. Она включает в себя два противоположных движения. Вот каждый из вас развивается сейчас, становится историком, но в то же время он становится старше. Что нельзя считать только положительным. Правда? Но на вас это не особенно видно, а на мне уже больше. Я готов с вами поменяться. Кто хочет со мной поменяться, я сажусь на ваше место, а вы читаете лекцию. Но я буду тогда, а возраст вы возьмете мой. Так. Как нам дальше действовать? А дальше давайте разглядывать то, что получилось, умственным взором. И вот если мы будем разглядывать умственным взором, то мы там увидим два противоположных движения в нем, в становлении. Переход бытия в ничто, было и не стало. И переход ничто в бытие, не было и стало. Вот такие противоположные движения в одном движении, неразрывные, неотрывные друг от друга, это мы такое не видели раньше, доселе, правда? Вот такие неотрывные друг от друга противоположные движения в одном движении называются моментами. Моментами. Никак тут слово «часть» ведь не подойдет, а? Вы не распилите становление, сказать, это вот кусок, это переход бытия в ничто, а вот это кусок, переход в ничто, и так не получается, правда? Это же они неотрывны друг от друга, оба эти момента, верно? Значит, это не часть, не элемент, не структура, а это момент. Вот, значит, мы еще, это мы никуда не двинулись, мы просто еще назвали. Назвали. Ничего мы, никакого движения нет логического здесь. Просто мы назвали то, что видим. Переход бытия в ничто, момент, и переход в ничто. Ну, это же противоположные моменты, значит, хорошо будем дать противоположные названия. Вот как мы назовем переход ничто в бытие? Не было и стало. Как это назвать? Не знаете, как это называется в русском языке? Не было и стало. Создание. А? Создание. Это когда вы создаете. А когда оно само появляется, не создание. Появление. Появление.
Ну, это очень сложно. Явление – это категория второго тома науки логики. Все проще надо. Проще надо жить, товарищи студенты. У вас какая стипендия? На такую стипендию таких слов даже и не произнесешь. Я, кстати, пробовал выяснить, сколько можно прожить на эту стипендию. Может, сейчас какие-то новые данные есть? Сколько на вашу стипендию можно прожить? Не два. То есть мы с вами встречаемся последний раз. Жаль. Так все у нас хорошо складывалось. И вот это все из-за этих людей, которые такую стипендию установили. Это ужас вообще. Вот когда я был студентом, у нас была стипендия 35 рублей. Вот если кто получает только 1/4, остальные пятерки, вот я такой был счастливчик, у меня была чебышевская стипендия 60 рублей. Вот, а ленинская была 100 рублей, а у директора Кировского завода было 120 рублей. И можно было прожить без мамы и папы. Не в том смысле, что без них, а в том, чтобы они, если помогут, хорошо, а если не помогут, ну, можно все равно прожить. Не только неделю там или 2 дня, как сейчас вы говорите. Тогда это стипендия, это подпадает под понятие стипендии. А это какая-то такая вот странная категория. Думаю, давайте проведем, говорит, научный эксперимент. Дадим ему такую стипендию, посмотрим, выживут они или не выживут. Ну, если родители есть, то должны выжить. А если нет, ну, так сказать. Это вот категория, переход бытия в ничто тогда применяется. Было и не стало. Как ее назвать, эту? Вот не было и стало, как будет называться? Возникновение. Все это знают. А вы что думали, что понимали под возникновением? А ничего другого тут и не придумаешь. Правильно? Возникновение – это если не было и стало. Переход ничто в бытие. Не просто переход ничто в бытие, а переход ничто в бытие в становлении. То есть мы неотрывно должны брать от целого от становления. Не отдельный разовый переход, а вот в этом вот бесконечном движении бытия в ничто, а ничто в бытии, мы берем вот этот момент, переход ничто в бытие – это становление. Это, простите, это возникновение. А противоположный переход? А? Это вот переход ничто в бытие – это возникновение, а противоположный переход – было и не стало. Переход бытия в ничто – это прехождение. Все приходящее, уважаемые товарищи. Все приходящее. Вот кто хочет быть мудрецом, должен вот это усвоить, только одну эту категорию – все приходящее. И этого достаточно. Можно уже уезжать в пустынь. И вот представьте себе, что мы сегодня прощаемся последний раз – я уезжаю в пустынь. И вот вы ко мне приезжаете через год и рассказываете, цены растут, стипендия не растет. А я вам на это отвечаю. Это все приходящее. И действительно, через год вы снова ко мне приезжаете, цены уже не так растут, стипендию повысили, вы такие радостные. А я вам говорю, послушал вас, и как мудрец, старец в этой пустыне, говорю, это все приходящее. Пройдет время, опять цены будут расти и так далее. То есть достаточно одну категорию это выучить, и уже можно выполнять роль мудреца. Правда? Или, допустим, роль пессимиста. Что вам не скажут? Это все приходящее. Все хорошее не скажут, все приходящее. А можно выполнять роль оптимиста, потому что если вы знаете категорию возникновения, говорят, ну, уже ничего не получается, а это приходящее, получится. Так, возникновение же есть, из ничто появляется же бытие, ничего, говорит, у меня не получается. Ну, получится, значит, раз не получается, значит, получится со временем. Так? Вот мы уже выяснили, что человек в становлении, историк. Очень даже. Вот вы уже не будете спорить с такой формулировкой. Вот сидит историк в становлении. Это же красиво и солидно. А то я не историк. Ну, конечно, даже неприлично было выгонять, понимаешь, студентку. Представляете, профессор выгнал студентку, потому что она с другого факультета. Вообще-то у нас университет, у нас можно из другого посещать, по идее. У нас даже вот решетки, которые были между философским
факультетом, и вы их не помните, как первокурсники, а 2 года назад решетки стояли, не пройдешь. Вдруг историки придут и что-нибудь узнают по философии. Или философы придут и что-нибудь узнают по историку. Страшно. Сначала стали двери открывать, а не закрывать на замок, а потом взяли и убрали. Ну вот теперь мы с вами общаемся спокойно. Можно ведь и через низ, и по второму этажу к нам прийти, и от вас, и от нас к вам прийти. Красота. Так. Что теперь мы можем сказать про становление? Что становление, если раньше мы говорили, это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии, теперь мы можем сказать, что становление – это единство возникновения и прихождения. Ну, вам должно понравиться, молодой человек. Единство возникновения и прихождения. Красиво же звучит. Еще мы никуда не уехали. Все на третьей категории сидим, а уже сколько наговорили? Недаром говорят, что могут делать философы на пустом месте. Нагородить могут сколько. А вот скажите, пожалуйста, вот эти категории всеобщие или нет? Вот бытие, ничто, становление. Или не всеобщие? Всеобщие. Вот можно сказать, все есть бытие. Ну, вы есть? Есть. Я есть? Есть. Это есть? Есть. Земля есть? Есть. Все есть. Так. А можно сказать, что? Ну, правда, что вы – это не я. Тогда вы выступаете как ничто. А я – это не вы. Тогда я – ничто, а вы как бытие. Правильно? То есть все можно изобразить как некое ничто. Вот. И все находится в процессе прихождения. Есть тут ли бессмертные люди? Интересно познакомиться. Вот один человек. Его берегите, пожалуйста. Потому что если он умрет, и последний останется. Единственный человек, кто бессмертный. И то вы под большой угрозой находитесь. Потому что всем завидно. Это что? Это прихождение, правильно? Все мы находимся в процессе прихождения. С другой стороны, все мы находимся в процессе становления. Правильно? Особенно уж первый курс, уж точно в процессе становления, это вот прямо видно на первый взгляд, сразу бросается. А то, что прихождение, не бросается в глаза. И вот, когда было молодое государство, социалистическое, то все говорили про становление в плане только возникновения. Мне приходилось преподавать политэкономию на матмехе. И вот в программе было написано «Возникновение и становление социализма». А что, прихождения нету, что ли? Вот нету. Вот если я не вижу, что идет прихождение, то не может ли получиться так, что оно так незаметно? И вот если, как говорится, противник подошел с той стороны, куда я не смотрю, кто победит? Я думаю, тот человек, который не смотрит на противника, не победит. Если зеркало, конечно, у него нет. Весь период, надо сказать, советский, я имею в виду сферу научную, и политическую, и идеологическую, отличался тем, что несмотря на признание того, что надо изучать диалектику изучали не по Гегелю. Ленин изучал диалектику систематически. В 1914 году он взялся за изучение науки логики. Вы можете открыть 29-й том полного собрания сочинения Ленина, и там есть конспект науки логики Гегеля. И вот читает это Ленин и делает такой вывод, что нельзя, а мы тут все были марксисты уже к тому времени, большевики были марксисты, марксистов было очень много, даже больше, чем сейчас. И вот, значит, делает такой вывод, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно первые главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Мы смело можем с вами эту величину полвека продлевать. Потому что происходило потом? Потом
после революции институт красной профессуры издал на русском языке «Науку логики». Ленин читал на немецком. Ну, казалось бы, вот наступило время, когда надо изучать, штудировать. И вот был у нас Центральный комитет партии большевиков. В одном из своих последних писем, вы можете открыть 45-й том и посмотреть, Ленин пишет, дает характеристики разным членам ЦК, Сталину, Троцкому, там, Троцкий, не большевизм. И вот, говорит, есть наиболее способные, молодые, талантливые, Бухарин, ну, Пятаков, который хватает администраторским увлечением, подходом к делу. И вот Бухарин, любимец партии, законно считается теоретиком партии, только никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. То есть в теоретиках ходил человек, который вообще не изучал диалектику и не понимал. И так повелось с легкой руки тех, кто говорили, что мы диалектику учили не по Гегелю. Вот Энгельс писал, что наука логики Гегеля – это компендий диалектики. Компендий. Что такое компендий? Если вы откроете такую энциклопедию, в которой каждый пишет все, что знает, хотя находится еще только в процессе становления, вот, вы там прочтете, что это там краткое содержание или нечто, так сказать, типа вроде как некий обзор. А если вы откроете латинский словарь, то слово «компендий» означает «кратчайший путь», прямая дорога. Вы как собираетесь вообще в науку идти, так сказать? Вот петлять по болотам, по балкам разным, в тайге заблудиться, или пойдете прямой дорогой, кратчайшим путем. Так вот, я вам докладываю, что кратчайшим путем у нас очень мало ходило, единицы ходили, единицы. Причем, если взять партийное руководство, там никого просто не было после Ленина. Никого. Но все считались марксистами. Хотя нельзя понять, капитал Маркса вполне, не поняв и не проштудируя всей логики. Потому что иначе это все превращается во что? В мертвечину. Вот мы сейчас дошли до живой категории. Но если люди живыми категориями не владеют, они не понимают, что происходит. Точно так же, как, вот скажем, можно было думать, что если человек имеется у него недостатки, значит, он антисоветчик. Хотя у всех советских недостатки. И сейчас у всех есть недостатки. Дальше понятно, что кроме возникновения социализма было прихождение социализма. В какой период? В переходный уже. Вот в переходный период к социализму было умирание социализма. Шло или не шло? То есть два процесса. Рождение и умирание одновременно. Потому что это у всех так идет. Ну вот возьмем нас с вами. В чем будем далеко ходить? Куда? Искать общество. Вот мы сейчас умираем или нет? Умираем. Но это так общий, это общий теоретический подход, а более конкретно. Вот вы сейчас вдохнули, это что значит? Это значит, что если вы не вдохнули бы еще 10 минут, все, конец. Но никто этого... Сколько вот было людей, которые хотели так покончить жизнь самоубийством? Лентяев, которые не хочется им забирать, там на 15 этаж оттуда спрыгивать. Никто не может покончить, только вы собираете сейчас вот... Давайте проведем эксперимент. Ну, все, больше не дышим сейчас. Потом, почему? Потому что в организме накапливается углекислый газ, который, кстати, отравляет. Но реакция организма на накопление углекислого газа одна. Он вас заставит вдохнуть. И таких вот случаев, примеров, чтобы кто-нибудь так взял и покончил жизнь с убийством, нет. Но наша жизнь под угрозой. Или вот вы на меня смотрите. А чего вы моргаете, собственно говоря? Зачем вы моргаете? Или песня из «Чего он моргает?» Чего он моргает? Увлажняет. А чем? Почему увлажняет? Она высыхает. Вот. Роговица-то высыхает. Это что такое? Это возникновение или прихождение? Прихождение. Но если кто-нибудь будет вот еще и держать вот так, наслушавшись этих лекций, которые я читаю, дескать, а проведем эксперимент. Пусть это не буду. И что будет? Слезы потекут.
наш организм, не надеясь на нашу вот эту вот голову, так сказать, содержит в себе некие реакции, которые приведут к тому, что ну вот слезами истекут люди, поплачьте, и вам будет легче экзамен сдавать. То есть это вот то, о чем мы говорим. Именно потому, что это всеобщее, это относится не к чему-то там, где-то там, а к чему? А ко всему, вот даже к этому. Потому что мы моргаем, потому что мы дышим. А что значит вы позавтракали? Ну, если вы позавтракали, скоро вам захочется обедать. Почему? Потому что у вас чувство голода пропало, но оно находится в процессе становления. И наоборот. То есть становление – это великая категория. Есть что-нибудь, что не находится в процессе становления? Это относится к чему, к чему становление? Все надо рассматривать как становление. Все. Все абсолютно. Говорит, а что пример становления? Иногда мне говорят, ну да, вот вы это рассказываете, а что, какой-нибудь пример приведите? А все пример. Все пример бытия. Это же всеобщие категории. Все пример ничто. И все пример становления. Все находится. Вот человек, если вот он понимает, что все находится в становлении, он уже диалектик. Пусть он еще в становлении диалектик, пусть он еще там недалеко прошел, но он уже диалектик. Он уже вот рассматривает все как живое. Вы как историки собираетесь представить историю как живой процесс или как мертвый? Вот эти археологи, которые там черепки собирают, а вы, они потом все-таки их пытаются, значит, как-то склеить, сосуд, чтобы, и начинают рассказывать, какие эти были, как это все делалось. То есть они тоже пытаются представить, так сказать, деятельность людей по изготовлению этих амфор как живую. А иначе они не историки. Иначе они просто ну, собирают какие-то черепки и все. Это ерунда какая-то. Да, хотя это для... Это же материальная культура. А культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. То есть мы должны этот опыт представить как некий вот процесс. А если мы это не можем представить процесс, то мы, значит, накопили всякого материала, и ничего живого из этого в своем произведении не создать. О чем мы должны думать сейчас? Сейчас мы должны думать о нашем выпускном, о выпускной квалификационной работе. Правильно? Это все эти экзамены, это мелочь все. Мелочь, это все не разговор. Вот люди о книгах думают. Для них даже выпускная квалификационная работа – мелочь. Правильно? На фоне этого, какая ерунда какая-то. Это само собой, это просто первая глава вашей книги. Ну, первую главу вы сдайте ее в качестве выпускной работы. И все будет в порядке. Вот теперь нам предстоит следующее сделать переход логический. А как мы его можем делать? Мы не говорим, что «а теперь перейдем к». Вот когда если так мы сделаем, то это уже не логика и не диалектика. Или я возьму сейчас вот оглавление науки логики, я буду вам эти зачитывать категории. Это вы и сами можете делать прекрасно. Это будет диалектика, нет? Не будет. Или, как некоторые говорят, уж если я об этом заговорил, то я скажу и об этом. То есть и вообще их не согнать с трибуны, этих людей. Потому что если уж они заговорили, то уже это все не остановишь. Так вот, мы с вами должны действовать по-другому. Мы с вами разглядываем теперь то, что получилось. Что получилось у нас? У нас получилось... Становление как единство возникновения и прихождения. Единственное, что нас беспокоит, вас не беспокоит, что куда-то делись бытие и ничто. А они не пропали. Тут мы как в суматохе, тут в этом всем движении бесконечном, куда-то они делись. Не можете ли вы указать, где тут бытие, а где ничто? Вот значит, у нас становление есть единство возникновения и прихождения. Где тут бытие? Бытие возникновение и прихождение. Что-то вот опять у вас две мысли сразу. Вот вы видите, у вас и. Это очень много. Я вот только по одной мысли могу уловить. Вот два глаза вот у меня есть. Я могу левым сюда смотреть, а правым туда. А вот чтобы две мысли сразу усваивать, это невозможно. Поэтому и получается тезис, потом антитезис, потом синтезис. Где бытие? Выбор у нас не богат. У нас есть возникновение, есть прихождение. Что такое прихождение? А можно так сказать, что это бытие, переходящее в ничто? Можно? А короче? Ну, короче. Ну, красное яблоко, короче, что будет? Яблоко. Так. А бытие, переходящее в ничто, короче? А? Бытие. Ну, какое бытие? Это уже второй вопрос.
Правильно? Бытие, переходящее в нечто короче бытие. Вот оно, родное. Никуда не делось. Только такого бытия в жизни, которое бы не переходило в ничто, не бывает. Вам это нравится или вам это не нравится? С одной стороны, не нравится. Было так хорошо, все спокойно. Вот взяли это бытие, а тут только уберешь, а вот и в ничто. Ну что делать? Такая жизнь. Нет ничего такого устоявшегося, которое не переходило бы в свою противоположность. Нету. А ничто давайте найдем. Ну, вариант у нас там остался один. Возникновение. Это переход ничто в бытие. Или другими словами, это ничто, переходящее в бытие. Короче. Вот это сейчас, молодежь как же сейчас говорит, короче. Действительно, только я рот открыл. Короче, говорят. Я еще ничего не сказал. Короче, хорошо, короче. Ничто, переходящее в бытие, это ничто. Согласны? Потому что переходящее в ничто – это причастный оборот, это определение к этому ничто. Ничто, переходящее в бытие, есть ничто. Но какое ничто? Это вот уже реальное такое, жизненное ничто. Не такое, как вначале, вот мы говорили, какое-то ничто, как с Луны прилетело. Сказать, вы что нам такое преподаете здесь? Ничто. 1,5 часа, понимаешь, профессор рассказывал про ничто. Вы расскажите дома, чем занимаются у нас люди на лекциях. Как их вообще терпят? И что, говорит, к чему вы пришли? А вот ничто перешло в бытие. Молодцы. Молодцы. Сильная у вас наука. Здорово там учат вас. Но сейчас-то уже вы чувствуете, у нас не мертвечина такая, а в этом у нас, во-первых, возникновение и становление, они не самостоятельные, они в единстве. Это два момента. А каждый момент – это не какой-то там особый там, возникновение или прихождение. Это те же самые бытие и ничто, но такие, какие бывают в жизни. Никакого другого ничто, кроме как переходящего в бытие, не бывает. Правильно? И никакого бытия, которое бы не было приходящим, не бывает. То есть тот, кто кого не удовлетворяло это, справедливо не удовлетворяло, вот эта неудовлетворенность и нас толкает и толкала вперед. Неудовлетворенность тем, что это какие-то абстрактные категории, какое-то ничто. А теперь нет никакого просто ничто. Или некоторые говорят, нет никакого ничто. Как же нету? Вот спрашивают люди, как живешь? А ничего. Это что же, как, куда перешло-то? Как ничего? Ничего нету. Ну как? Почему ничего нету? Кое-что и есть. Вот уже у вас переход ничто. В бытие. Или говорят, ничего себе! Это ого-го! Это же как ого-го! Если ничто перешло в черте что. Пока ничего, говорит. Чего ничего? Ничего хорошего или ничего плохого? Чего-то ничего. Так что ничто у нас вовсю употребляется в качестве бытия. Так, ну вот, разглядываем. Значит, мы выяснили, что нашли, тут мы раскопали снова свои родные уже бытие и ничто. И вот бытие и ничто при этом не такие, которые, так сказать, изолированно стоят, а они переходят друг в друга. А вы заметили, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие? Заметили, да? Значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Так? Но если они не разные, то нашему становлению капут. И все добытое нашим непосильным трудом в течение предыдущих 1,5 часов исчезло. О чем я вам с прискорбием и должен сообщить. Становление исчезло. Логично? Давайте еще раз проверим, что-то не запутался ли я. Значит, становление есть благодаря разности бытия и ничто. Если бы они не были разными, то они бы друг друга не переходили, правда? А эта разность исчезает. Потому что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит, и становление исчезает.
Ну, правильно я доказал все? Логично? Логично. Ну, жаль, конечно. Так было все хорошо, и все исчезло. Но! Что значит исчезло? То есть оно себя отрицало. Давайте осознаем, что произошло. Может быть, еще не все потеряно. Было беспокойное единство бытия и ничто, да? Они друг друга переходили. А что является отрицанием беспокойства? Спокойствие кто сказал? Кто? Молодец. Наши люди там сидят. Я подговорил их на первый ряд. Сели и время от времени выступали. Чтобы другие думали, что они ничего не понимают, а есть люди, которые понимают. Значит, хорошо. Спокойствие. Так, это еще не все. Было спокойное и... Беспокойное было. Беспокойное было единство, бытия, ничто. Единство. А единство говорит о чем? Когда слово говорят единство, это говорит, что их два или одно? Ну так вот по звуку вроде как единство это одно. Ну вот, если я скажу, я един с самим собой, как посмотрите? Скажет товарищ. Вот мы с вами едины, это можно сказать, правда? То есть единство на самом деле это категория, которая говорит о том, что есть по крайней мере два чего-то. Но отсюда было два, бытие и ничто. Было единство, бытие и ничто. Значит, становление есть единство бытия и ничто, беспокойное. Во-первых, оно успокоилось, да? Я правильно понял? Отрицанием беспокойства является нечто спокойное. И уже не единство каких-то двух, а спокойное, а простое. Не единство, а простое. А простое – это вот или я, или вы. Что, а никакого единства тут уже не берется. Берется простота. Спокойная простота. Значит, дорогие товарищи, докладываю вам, что становление стало спокойной простотой. Логично? Но это как? Это было потому, что отрицание беспокойного единства, а отрицание беспокойного, оно же исчезло. Что значит исчезло? То есть логическое исчезание в чем состоит? В отрицании этого. Отрицали. Беспокойное единство, получили спокойную простоту. Вы же простое хотели, вот вам. Вам уже надоело это вот движение, это бесконечное все время, это невозможно за ним уследить. А сейчас спокойное и простое. Как бы пора остепениться уже, вот видите, как хорошо. Спокойное и простое. В итоге, какой мы делаем вывод? Становление перешло в спокойную простоту. А что вы знаете про эту спокойную простоту? Это все знают. Что такое спокойная простота? Что вы знаете про спокойную простоту? Кто сказал? О, молодец. Есть люди у нас, которые знают, что она есть. То есть, а раз она есть, то она бытие. Правильно? То есть становление стало бытием. То есть не просто оно становление, вот и стало бытие. Но не чистое же, да? Не чистое же. А какое? Ну какое есть? А как вот то, которое есть? Вот как вот называются деньги, которых нет? Это безналичные деньги. А деньги, которые есть, это наличные деньги. Так вот это у нас сейчас... У нас становление стало наличным бытием. Наличным бытием. Наличное бытие. Да что ж прошло? Теперь мы задумались. Было вот становление, было беспокойное единство, бытия и ничто, движение исчезновения одного в другом. И теперь спокойная простота. Одно лишь бытие. Налицо одно лишь бытие. Ничего не видно. То есть произошло, что же произошло со становлением? Оно отрицалось. Но оно куда-то пропало или оно тут вот содержится в этом наличном бытии? Если это наличное бытие – это результат движения самого становления, то в наличном бытии становление есть, но его не видно. Я вспоминаю, такое есть армянская загадка. На столе лежит что-то желтое и не видно. Что это такое? Что столько сидит историков, не могут ответить. Но на столе лежит что-то желтое и не видно. Сказать? Лимон.
Сказать, почему не видно? Я его шляпой накрыл. Но здесь не совсем такая ситуация. Его не видно, потому что оно перешло в спокойную простоту. Поэтому оно, значит, оно в этой, есть в этом наличном бытии, в нем, а на лицо нет. Но это неудивительно. Вот у каждого есть почки и селезенки, но на лицо, вот я смотрю на лица именно, а на лицо никаких почек, селезенок не просматривается. И это хорошо. Почему нас это должно беспокоить? Нас не должно это беспокоить. Так что произошло отрицание становления. Но оно удержалось же, сохранилось в этом отрицании. Вот такое отрицание с удержанием или удержание с отрицанием, лучше сказать отрицание все-таки с удержанием, называется снятием. Снятием. Это вот такая операция философская, логическая, которая называется снятием, когда вы не просто отталкиваете и говорите, все, не так, а это отрицание с удержанием. Вот вы берете кусочек сахара, кидаете в чай. Его вроде как и нет. Да? И чай становится прозрачным, никакого кусочка нет. Все, отрицание произошло. Ну, сахар-то остался. То есть удержание – это отрицание с удержанием. Ну, теперь у вас он, сахар присутствует в чае, но уже как то, что делает чай сладким. А отдельно на лицо сахара нет. А что есть на лицо? Чай. Вот и здесь такая ситуация. Становление. Становление, которое было единство, беспокойное единство бытия и ничто, сняло себя. Сняло. То есть отрицало. Но удержалось. Оно, вот это вот наличное бытие, есть результат снятия становления. Так можно сказать, записать и запомнить. Наличное бытие есть результат снятия становления. Вот что хотят сказать, когда говорят «молодой человек»? Это же человек, хоть и молодой, но человек же. А тем, что он, хотят сказать, что он находится в процессе становления. А когда уже не говорят, что молодой человек, значит, становление уже закончилось. Точно так же, как, например, когда говорят «пожилой человек». Это что значит? Что уже пожил. Ну, так прямо и так не намекает, что пора, но что-то в этом есть. Тут намек на прихождение, правда? Хотя это не в этом люди себе не отдают иногда отчет. Вы уступаете пожилым людям место, скоро их вообще не будет. Это имеется в виду, правда? Так. То есть это очень важная категория. Вот становление стало теперь наличным бытием. В результате снятия становления мы имеем наличное бытие. А раз мы получили в результате снятия становления, значит, становление, оно в нем есть, но не налицо. Раз оно в нем есть, то в становлении это есть, кроме бытия еще и ничто, значит, и ничто тоже есть. В становлении же есть ничто. Значит, в наличном бытие есть ничто. Согласны? Вот вы костер, когда видели, когда он прогорит, то сверху таким пеплом закрывается, а под пеплом жар. Там вот становление идет, огонь. Там еще большая температура, чем при горении. При горении температура пламени порядка 500 градусов. Порядка 500 градусов. А температура углей раскаленных, древесных, порядка 1100 градусов. Но сверху уже пепел укрывает это все. Вот, так сказать, мы имеем наличное бытие. Потухший или потухающий костер. А в нем становление. А в становлении есть ничто. Но это же не то ничто, которое было в таком становлении, на равных они были с бытие. Здесь налицо бытие, а тут равного уже тут не может быть.
Тут ничто только в нем. Это как ваш недостаток. Где человек с недостатком? Пересел. А то я уже пристрелял это место. А тут смотрю. Народ подготовленный. Сразу раз и пересел. А то будет туда все время. Так. И вот. Значит, это, если оно не то самое, что было, ничто другое, надо его по-другому и назвать. Какие есть предложения? Нет у вас предложения? Видите, вы тут с критикой выступали, а надо предложение внести. Причем есть возможность отличиться. Как бы вы предложили назвать то ничто, которое в наличном бытии? Ничто в бытии. Скрытое ничто. Ну, не подходит. Ну, честно говоря, это вот этот мой вопрос, он нехороший, потому что придумать это невозможно. Вот вывести возможно, а придумать название, названия откуда берутся такие? Из истории философии. Поэтому, скажем, их даже и Гегель не выдумал. Он выдумал только для тех категорий, которых раньше не было, и он, так сказать, в цепочку ставил новые, тогда он делал новые названия. А так... Так вот, эта категория называется «Для ничто, которое в наличном бытии, небытие». Слышали такое? Тут звучало. Тут на прошлом часу уже некоторые товарищи отличились. Они уже говорили, а когда дело дошло до того, чтобы назвать, уже никто это не вспоминает. Небытие. Ну, тут видна связь с бытием, да? Например, такие вот категории, как «замужем». А о чем там речь, если замужем? Это отрицание мужа. И потом муж этому отрицанию все время подвергается в семье. Кто главный-то? Кто отрицает? Правильно? Или если я спрошу, кто? Что такое жена? Жена означает, что муж есть. То есть так в скрытом виде, это что в слове «жена» содержится? Муж. А если муж, говорят, значит, жена есть. Правильно? То есть это кажется, что вот жена – это жена. Ну, это глупость какая-то, тавтология, просто повторяется. Бревно есть бревно, елка – это елка. Нет, вот жена – это значит муж есть. А муж что значит? Что жена есть. То есть это как раз категория, которая как раз в себе содержит свою противоположность. Правильно? Обязательно. Так вот, то ничто, которое в наличном бытии, оно не свободное ничто, оно в... бытие. Поэтому оно не бытие. Вам теперь не хочется его разглядеть повнимательнее? Это не бытие, которое... Вы раньше такую картину раньше когда-нибудь видели в жизни? Чтобы было вот бытие наличное, а в нем не бытие. Вот представьте картину. Бытие, наличное бытие, а в нем не бытие. И вот теперь посмотрите на это не бытие, которое в бытие. Такого ведь вы еще ни разу не встречали в жизни, правда? Не видели такой категории. Надо ее назвать. Знаете, как называется такая категория? Ни за что не догадайтесь. Я спрашивать не буду. Определенность наличного бытия. Определенность наличного бытия. То есть определенностью наличного бытия является не само наличное бытие, а его отрицание в нем самом. Вот молодой человек, с которым мы полемизируем все время, он – это человек в сером свитере. Я же не сказал про вас, что вы серый человек. Это свитер у вас серый, это ваше отрицание. А вы отрицание серого свитера, вы светлая голова. Видите разницу? То есть ничего такого плохого я этим не сказал. То есть это ваша определенность. Ну, вы согласитесь, что это ваша определенность, потому что рядом вот человек в полосатом свитере – это его определенность. А когда очередь стоит, так и говорят – я за красной кофточкой. Уже и человека вообще не воспринимают. Прямо берут эту определенность. Берем теперь тот самый чай, который мы уже рассматривали, но не выпили. Сладкий чай берем, стакан сладкого чая. Скажите, пожалуйста, сахар, который в этом чае, он же есть там растворен? Сахар есть в сладком чае? Это чай? Или отрицание чая? Ну, сахар – это же не бытие чая, согласитесь со мной. Все согласились?
Ну, все согласились, что сахар – это не чай. А чай – это не сахар. Ну вот. Что-то вы задумались так. А не написать ли мне книгу «Чай и сахар»? То есть, и вообще, вот, а вы откройте, вот вы сейчас пишете, да, вы думаете, что вы делаете-то? Что вы делаете-то? У вас белая была страничка, а вы сейчас ее заполняете чем-то синим. Это же отрицание белого. Это не бытие белого. А все пишет и пишет, это ужас. А если это не зачернить, не зачернить, не затемнить белое, не будет никакой определенности, ничего вы не записали. Правильно? Белым по белому пробовали писать? Писать неплохо, читать невозможно. Поэтому Гегель такой вот делает вывод, сакраментальный. В абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Чувствуете? В абсолютном свете. Ну, представьте, сейчас бы все включили, такое бы включили свет, что не только писать, глядеть нельзя было, пришлось бы глаза закрывать. И создавать себе абсолютную тьму, чтобы спастись от этого абсолютного света. Или надо светлое затемнить, или темное осветлить. Только тогда можно что-то различать. Поэтому определенность, вот это, конечно, нестандартное такое вот, нестандартный вывод, потому что это в голову так сразу не приходит. Это только вот в результате такого выведения можно получить, что определенность – это всегда какое-то отрицание того, что определяется. Человек в очках. Но очки-то – это не человек. Очки – это не человек точно. Или я вот… Посмотрите на мой галстук. Это я или не я? Неужели вы считаете, что я галстук? Ну, согласитесь, что это мое отрицание. Хоть я его вроде повесил для утверждения, получилось, что это все равно отрицание. Как что не вешай, все равно получается отрицание. Так? И все украшения, которые являются, там, которые женщины носят, это тоже отрицание их, но в них. Это есть небытие, но не ничто ведь, правда? А небытие. Ну, то есть мы все-таки ценим там девушку или женщину не просто потому, что она на себя повесила, а все-таки она бытие, а это ее небытие. Ну, украшение ее. Ну, украшение и девушка – это разные вещи. Или там модель женщины – это же не женщина. Почему говорит, вот модели, модели. Хочу быть моделью. Вот странный номер. Вот модель бы, если бы хотела быть женщиной, это было бы непонятно. А вот почему женщины некоторые хотят быть моделями? Потом, причем эти модели умирают очень часто. Перенедоели. Так. Вот это очень интересный вывод. Определенность – это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Или лучше сказать, вот когда мы пришли к такой картине, когда есть небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, мы пришли к категории определенности. А когда мы к чему-нибудь пришли, нам хочется это то, к чему мы пришли, разглядеть повнимательнее. Согласны? Что мы будем разглядывать теперь? Определенность. Если я что-то отдельно, специально разглядываю, я его как бы изолирую от того, определенностью чего оно является. Если я разглядываю определенность наличного бытия, то я изолирую эту определенность. И вот эта изолированная, взятая сама по себе определенность наличного бытия называется... Ни за что не догадаетесь, потому что опять известное слово «качество». Качество. Ну, допустим, у вас есть качество, рост. Вот когда идет медосмотр, то людей подводят к планке. И так это бегает и записывает. Иванов, 178. Петров, 175. Сидоров, 2 метра 3 сантиметра. Изолируют этот Петров, для них 2 метра, 3 сантиметра, остальное не волнует. Качество берется изолировано само по себе. Оно, конечно, не изолировано, определенность не изолирована. Но если вы это берете отдельно, то если взять это отдельно, то это уже качество. Какое у меня качество?
я и мое качество все-таки не надо путать. Все-таки я – это не качество, а качество – это не я. Есть движение корабля? Есть корабль, который движется. Движение корабля – это качество движущегося корабля. Но движение корабля – это не корабль. Согласитесь. Но это вот тут надо не путать никогда определенность и само наличное бытие. Что будем теперь разглядывать? Вы заметили, что мы делаем? Я вот не сообщаю, что, а теперь я вам расскажу про это. А теперь я расскажу про это. А мы вот продолжаем выводить с самого начала. Например, рассказать вам про качество. Ну, слушайте. Берем чистое бытие. Да? И так. И вот дошел. То есть каждая следующая категория – это не одна изолированная какая-то категория, а это результат движения от чистого бытия до этой категории. Вот этот метод восхождения от абстрактного к конкретному называется, вот это и есть научный метод. Тот научный метод, с помощью которого строится система знаний. Система знаний – это что? Система знаний, уважаемые коллеги, это наука. Наука – это система знаний. А если я много знаний имею, и они не приведены в систему, то кто я? Ну, скажите мне прямо в лицо, кто я, если я много знаю, но в систему мои знания не приведены? А? Ну, эрудит, можно сказать. Ну, это вы так меня, это вот, щадите. Знахарь, они же знают. Ну, если у вас вот живот заболит, так надо какую травку пить? Вот эту. А голова? Вот эту. И это, правда, действительно так и есть, это знание. Но они не приведены в никакую систему, поэтому это не наука. А наука? А система знаний? Это что такое? Это знание, приведенное в систему. Это значит, что вы имеете начало. Начало у нас есть. Науки и логики, да? Что начало науки и логики? Чистое бытие. И если вы что-то начинаете, наверное, вы знаете, какой будет результат? Если вы начинаете строить дом, то это у вас начало дома. Если вы начинаете учиться на историка, значит, вы знаете, что вы будете историком? Или не знаете? Знаете. То есть это начало вашего, так сказать, движения по историческому пути. А результат что такое? Что такое начало, что такое результат? Кто скажет? А что не знаете, что такое начало? Первый крутой знает, что такое начало. Результат может и не знать. Чем кончится дело, непонятно. А начало-то хоть надо знать. Начало – это первый момент какого-либо действия. Да не какого-либо, а того действия, которое ведет к тому результату, который вы начали совершать. А если какого-либо, у вас никакого начала нет, вам бы лишь бы что-нибудь начать. Неважно что. Беспорядочность получается. Неправильно. Начало есть неразвитый результат, молодой человек. Красиво? Красиво, правда? Неразвитый результат. Вот вы, скажем, неразвитый ученый. Что тут, я оскорбил вас, что ли? Что такое? А когда вы разовьетесь, будете ученый. Что плохого? Хорошо. Тут же и комплимент. Тут же и, так сказать, напутствие, что надо заниматься своим развитием. Вы обучаетесь или я обучаюсь сейчас? Вы же обучаетесь. Кто у нас главный действующий лицо сейчас вот на лекции? Вы или я? Нет, я ваш костыль, молодой человек. Вы с помощью меня двигаетесь к намеченной цели, чтобы стать специалистом, там, бакалавром. А потом вы раз костыль отбросите, если, может быть, со мной будете встречаться, если здороваться будете тогда. А может, и не будете после экзамена здороваться. Я еще не знаю. Вы тут главное действующее лицо. Кто главное действующее лицо в университете? Университет существует для обучения студентов, а не для преподавания студентам. Ну, как-то странно для преподавания делать университет. Для обучения делается студентов, университет. А мы вспомогательный здесь персонал. Ну, важный такой, важный, я согласен. Но мы все равно вспомогательный. Ну, кто больше заинтересован в вашем? Вот я заинтересован, у меня вот она училась и стала министром культуры. Скажут, у нее был, вот я у нее был преподаватель. Вот я был у Кудрина дипломным, руководителем дипломной работы. А он был министром финансов. Может, меня судить будут потом.
еще не знаю. А вы вот будете министром культуры. Что, мне плохо, что ли, что? Вот она, вот я у нее был на одной лекции, одну лекцию ей читал. Больше она меня не видела, я ее не видел, но она министра культуры. Думаю, что это благодаря моей лекции. Ясное дело, что... Почему говорят, человек учится, учит себя, а не то, что вас учат. Да это вас учат, это всех учат, а человек сам учится с помощью. С помощью. А мы вот некоторые, ну, вспомогательные элементы, средства и так далее. То есть поэтому надо понимать, что вот это движение, это вот самое главное, выведение. Вот если вам удается, ну, при изучении там диалектики Гегеля, науки, логики, вот видеть этот ход, это самое главное. А если вы просто смотрите какие-то определения и какие-то там афоризмы из этого вычитываете, это тоже хорошо, но это не диалектика. То есть диалектика – это вот, это выведение логическое, вот это диалектика, вот это надо понять. И вот мы как увидели качество, а еще есть люди, которые пишут, что они пользовались качественным анализом в своей работе, здесь пишут в кандидатских авторефератах такое, и вот начинают, а на самом деле это самое первое элементарное действие. Ну, взять какое-то качество, да еще и посмотреть на него изолированно от того качества, чего оно является. Если у вас есть хорошие качества, но я буду их рассматривать без вас. Вот вы человек добрый, но я буду рассматривать доброту, а вас меня вообще даже и не интересует, кто вы такая. Ну, это хорошо, что ли? То есть, ну, фактически, если я что-то беру для рассмотрения, получается изолирование. Надо просто понимать, что качество – это такая определенность, которая берется изолированно. Правда, она еще не отделилась от наличного бытия, пишет Гегель. Но она и не будет от него отделяться. Потому что на самом деле, как скажем, качество человека от человека на самом деле не отделяется. То есть я их искусственно беру изолированно. Потому что я или это рассматриваю, или я ее рассматриваю, или ее качество. Я не могу сразу все делать. Я не могу, вот там есть люди, которые две мысли сразу обдумывают. А у меня только я так одну. Я да, вот пытаюсь тех людей, которые две мысли сразу обдумывают, научить обдумывать одну. Это трудно. Так. Так вот это качество, если вы возьмете изолированно, что вы про него можете сказать? Ну, что вы можете сказать про качество? Оно есть. Вот, наконец-то, вот я чувствую уже, человек, люди освоили, как надо сдавать зачет. Все, оно есть, все прекрасно, отлично, все, хорошо. Несите зачетку. А, у нас экзамен будет, жаль, черт. Попросите, чтобы у нас был зачет. Мы тогда еще, плюс, скажем, у нас инициатива, курс вот хочет, чтобы у нас был, кроме экзамена, еще и зачет. И все придете, я буду спрашивать, я буду сказать, я знаю, что оно есть, я раз вам записываю. Следующий подходит, что вы про это знаете? Я знаю, что оно есть, я вам записываю. И такой праздник тут, красота. День зачетов, день бытия. Красота. Так вот, что вы знаете про качество, что оно есть. А раз оно есть, то только что мы его рассматривали как некое небытие, а оно превратилось в бытие на наших глазах. И никакие волшебники нам не нужны, потому что у нас все, мы сами превращаем в противоположность того, что рассматривали. Потому что определенность была неким небытием, принятым бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. А тут она уже выступает как бытие. То есть нехорошо выступает, не в соответствии с определением определенности. Это не, вот то, что она нехорошо выступает, мы замечаем. Она вообще как-то выступает безразлично, ничего другого нет, ей никакого антипода, просто какое-то безразличное бытие. Значит, откуда? А какое оно бытие? Если сейчас у нас уже бытие, прошло время, когда было чистое бытие, сейчас у нас не чистое бытие, а какое? Наличное. Значит, а в наличном бытии есть становление, как мы выяснили, потому что оно результат снятия становления. Значит, нельзя просто односторонне рассматривать качество как бытие. Надо его рассматривать и как бытие в противоположность небытию, и как небытие в противоположность
бытию. И вот качество, рассмотренное как бытие в противоположность небытию, называется реальностью. То, что вот вы умный человек, это реальность. О как! Раньше я просто сказал, вы умный человек, вроде бы и все сказано, но не научно, да? А тут вот то, что вы умный человек, это реальность. Вот это солидно звучит, правда? А то подумаете, что я просто так сказал, а это реальность. Тут даже оспаривать даже нечего. Все. А противоположное будет звучание. Значит, это же качество должно быть взято и как отрицание. Вот можно так сказать. Значит, молодые люди, я могу вот про вас сказать, что вы человек умный. Это будет реальность. А могу сказать, что вы не дурак. Выбирайте. Как вас про вас сказать? Все равно? Понимаете, вот... Ну как все-таки вот вас мне величать? Что вы умный или что вы не дурак? Вот, смотрите, это у меня большие сложности добавляет. Значит, мне, чтобы про него рассказать, вот если бы он сказал, что он умный, сказал, вот он умный человек, все, вот посмотрите на него, вот он умный, а про вас я ничего не говорю. Вот про него только сказал. Это же хорошо. А если не дурак, это мне надо идти сейчас по коридору и искать дурака. Это надо идти на философский, там я быстрее найду. И вот после этого... Вот я должен сюда его привести, вот сюда поставить, сказать, так вот, он не такой. Это очень сложно. Я предлагаю вам согласиться на умного. А вы здесь не умный, знаете, чтобы поставить... А мне не надо искать, вот он умный сидит. Все вы скромничаете. Не надо заниматься самооплеванием, молодой человек, самоунижением. Умный, значит, умный. Тут уж ничего не сделаешь. Извините. Так. Можно сказать про человека? Иногда вот говорят, как хитрые люди такие вот пишут, журналисты, они могут сказать, вот она смазливая. Что ты сказал такое? Вот красивая девушка сказать, же хорошо же. Нет, смазливая. Что ты сказал такое? Это вот явно это отрицание, а не реальность. Реальность-то то, что она красивая, а она смазливая. Или сказать, она не дурна. Это из той же серии опять. Не дурна. Еще бы не хватало, чтобы дурна была. Похвалили, называется. Ну, похвалили. Она не дурна, она смазливая. Что за... А так можно сказать, или вот про вас могу сказать. Вроде бы так тоже будет с виду, так хорошо, что он сегодня вроде бы выглядит прилично. Сегодня. Один день. И то, я не знаю, это в пределах лекции. Вроде бы. То есть вроде бы и прилично, а вроде бы и неприлично. Непонятно. То есть вот так можно. То есть если люди следят за логикой и за категориями, они очень многого и увидят. Вот историк, который описывает историю, у него есть столько нюансов, он должен этим всем владеть. Знаете, как хороший вот пианист, музыкант хороший должен владеть всем этим инструментарием. Обязательно. Поэтому надо очень быть внимательным к понятиям, к словам. Какое слово употребить? Которое здесь уместно. Если вам нужно сказать, что что-то есть, так скажите, есть и все. Не надо никаких существует. И вот мы уже представили и качество, и как реальность, и как отрицание. Уже нет этой односторонности. Но если качество есть, и реальность тоже есть, это оба два наличных бытия у нас. У нас уже два наличных бытия, это не порядок. Два наличных бытия, и каждое из них наличное бытие. Ну вот давайте поставим вопрос. А если реальность есть, да, мы берем реальность есть, а реальность есть наличное бытие, значит в реальности есть отрицание. В нем есть небытие, значит, в реальности есть отрицание. А если мы берем отрицание, то оно есть наличное бытие. То есть одно есть в другом. И каждое из них есть наличное бытие. Значит, вот все три фигуры, которые здесь есть, наличное бытие, реальность и отрицание,
они все слились в одно. Нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, нет отдельно наличного бытия, а есть лишь определенное наличное бытие. Вы чувствуете, мы раньше в наличном бытии нашли определенность, а теперь это определенное наличное бытие. Раньше мы в чае нашли сахар, а теперь это просто сладкий чай. Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. А раз тут единство и наличного бытия, и определенности, они соединены, нет уже этой отдельно изолированного качества. Качество не изолировано теперь от наличного бытия, если есть уже определенное наличное бытие, то можно употребить более краткое выражение и отвечающее сразу на вопрос «и что, и какое?» Налично сущее. Сущее – это как бытие, правда? Но оно отвечает на вопрос «и что?» и вопрос «какое?» Сущее. Это что? Сущее. Какое? Сущее. Налично сущее. А еще короче. Чувствуете, мы как идем навстречу молодежи? Еще короче. А еще короче – нечто. Вот посмотрите на это слово «нечто». Это вот прямо живое воплощение небытия, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Нечто – это что-то положительное высказывание? Нечто положительное, правда? А впереди нахально стоит «не». Это же ничто, а нечто. То есть вид такой, вот если буквально так понимать, идет отрицание «что», а воспринимается как положительное. То есть в целом положительное, но отрицание в нем сидит. И вот эта вот конструкция, когда «не» внутри есть отрицание того, вот оно, воплощенное противоречие, «не» и «что». Кто-то кого-то должен будет есть. «Не» будет кушать «что», а «что» будет кушать «не». Верно? Ну вот, я думаю, мы должны уже подводить некоторые итоги. Значит, то, что я вам рассказывал, я воспроизводил логическую нить рассуждений, которая дана в науке логики Гегеля, в учении о бытии. Было бы очень полезно, если бы вы взяли и открыли первоисточник науки логики, потому что общение с гениальными людьми, в том числе и умершими уже, но оставившими свои произведения, вовсе не вредно для следующих поколений. Вот. Тем более, что у нас с вами в силу бренности нашего существования нет даже возможности прочитать все гениальные произведения за свою жизнь. Поэтому, если меня спрашивают, говорят, почему вы эту книгу не читаете? Да потому что я гениальных-то не успею прочитать. Чего я эту-то буду читать? Эту-то чего я буду читать? Например, вот Цицерон, древнеримский оратор. Известный. Полезно его сейчас читать или нет, для того, чтобы научиться ораторскому искусству? Конечно, полезно. Почему? Потому что это было время расцвета именно ораторского искусства с точки зрения исторической. Потому что было время, когда писанное право было не очень разветвленным. И все зависело от того, как человек выступит на форуме. Хорошо выступит? Того казнят. Плохо выступит? Его казнят. А сейчас? А сейчас они выступают по телевидению, будут говорить, говорить, говорить. У кого есть в руках телевизор, тот победил. У вас нет телевизионной станции? Нету? Ничего вы не выиграете. То есть то время безвозвратно ушло, хотя у всяких, пойдите в метро, там зовут на курсы, риторики и так далее. Деньги собирать за это дело, дескать, вы будете говорить хорошо. У кого надо учиться? У Цицерона. Берешь 3 трактата об ораторском искусстве и читаешь. Это и читать приятно, просто изумительное произведение. С точки зрения художественной. И советы хорошие. Говорит, вы хотите выступать? Вы напишите то, что собираетесь. Но ни в коем случае не читайте. Вам для чего это то, что вы написали, нужно? А чтобы провалов не было вот в речи. Если вы хотите свободно говорить, ну это напишите. Но только не надо. Если будете так читать, это не свободно. Вы думать вообще не сможете. Потом, если вы оторветесь от текста, вы понесете какую-нибудь галиматью. Поэтому, боже упаси, надо сразу приучаться говорить без бумажки. А то будете как это, Леонид Ильич Стэччер встречался. Дорогая Индира Ганди. Ему говорят, Леонид Ильич, это не Ганди, это Стэччер.
дорогая Индира Ганди. Леонид Ильич, это же не Ганди, это ты. Дорогая Индира Ганди. Это не Ганди. Я вижу, что не Ганди, а написано Ганди. И вот я наблюдаю, сейчас молодые люди, вот они выходят и начинают читать. Я говорю, что это не вы написали, или вы не верите, или вам это не нравится, почему вы это не... Скажут, артисты, например, считают, можно делать первую репетицию, вторую, третью, четвертую, можно генеральную. Наш студент, понимаешь, он выходит с курсовой, и что, он не подготовился-то? Так что сразу надо к этому готовиться. Брать образцы какие? Гениальные. Гениальные образцы. Они просто хорошие. Просто хорошие книги мы не успеем прочитать. Не успеем. Поэтому вы можете взять науку логики и почитать. Так? Это вот с учетом того, что мы с вами рассматривали, вам это будет легче. Вам повезло. Не всем так повезло. В том смысле, что вот кто сам бьется, он мучается над этим. Потому что трудно с первого раза различить, где вот, так сказать, общий пока разговор или подход, или предисловие, или планчик того, что будет, а где самого видения. То есть это человек, который многократно уже читал, студировал, это означает, возвращался, снова рассматривал, он уже может различить, и он, так сказать, двигается вполне определенным образом. А вообще это, так сказать, сложное произведение, все научное и высокое, конечно, и глубокое, оно сложное для восприятия, трудное. И это, в общем, нормально совершенно. Вот, это первое. Второе, значит, мы в следующий раз, и было бы хорошо, если бы вы вот обогнали меня, то есть почитали бы и вперед, и что-то вы не поняли, и у нас есть, вы понимаете, прекрасная возможность, если у вас есть вопрос, вы задали его, и он всех интересует. Вот я пойду дальше, ну, мы можем начать в следующий раз с того, что я снова начну с чистого бытия, и быстро дойду до того, до чего мы дошли, потому что до этого можно очень быстро добежать, если знаешь, куда бежать. И пойдем дальше. На чем мы остановились? На нечто. И будем дальше это изучать. И воспользуемся предоставленной нам возможностью для того, чтобы немножко поизучать диалектику. Не для того, чтобы мы это закончили, для того, чтобы вы сами понимали, какая это драгоценная вещь для истории. Драгоценная, потому что без этого вот живое историческое явление не представить. Не представить. А надо представить именно как живое все. Понимаете? Так что это очень ценно. Хотя это применяется, разумеется, не только в исторической науке, но и в других исследованиях. У меня есть книга «Социальная диалектика», в которой очень много примеров использования вот этой диалектики применительно к социальной жизни, то есть к общественной жизни, к общественным условиям. Вот книга продается у нас в университете, но можно ее посмотреть, полистать на сайте Фонда рабочей академии, там и скачать. Фонд рабочей академии, библиотека, и можно там увидеть книгу М.В. Попов «Социальная диалектика». Пожалуйста, можете смотреть. Есть ко мне вопросы? Нету. Нету вопросов, потому что... Не потому, что все понято, а потому, что уже тут далеко зашли. Так, значит, в следующий раз мы продолжим, ровно через неделю. Спасибо за внимание, успехов!